Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Horizon. Да-да-да, ха-ха. Здорово. Элой, у тебя все хорошо? Вы с Варлом что-то долго торчали там внизу. Да все нормально, вроде. Ну, лады. Я могу чем-то помочь? Как тут у вас обстановка? Как на войне. Варлова подружка хотела меня убить. Я просто пошутил про то, что они, ну, часто едят траву. Как можно сражаться, когда желудок набит одними листьями с деревьев? У Тару как-то справляются. Да, я не думал, что она такая шустрая. Главное, не поранься. Забавно. Вижу, кто-то тут в стычку играет. Да просто тренируюсь понемногу. Она от забот отвлекает. Сыграл бы, скатала. Эта игра Тенакт может научить чему. Ага, Тенакт. А если выиграю, он меня не прибьет? Да. Это запах Эля? Притащил немного из скрежета горы. Столько всякого происходит, немного выпивки не повредит. Ну да. Кроме того, хорошее пойло всегда отлично сближает людей. Так частенько говорила моя сестра. Если хочешь, угощайся тоже. Может, в другой раз. А ты все копаешься в информации? Да, очень интересно. Так много слов. Я-то думал, может, удастся найти что-нибудь с картинками. Там такого мало. Но я узнал, что есть голофильмы. Это картинки, составленные в рассказ. Ты смотришь на них, и рассказ оживает. Азерам любят представления. Они бы немало заплатили за эти фильмы. Да, блин, вы чё? Похоже, ты привыкаешь к своему визору. Полезная штука. Когда могу хоть что-то понять. Я узнал, что предтечи любили выпить не хуже нашего. Только им напитки машины подавали. В барах. И они не наливали тем, кто уже готов под стол свалиться. Зачем тогда пить? Я бы ни одного из этих роботов к своей выпивке не подпустил. Мне пора идти. А я снова читать буду. Ты береги себя. Обязательно. Ну, рассказывай, что есть. Поговорим? Конечно. Ты в порядке? Я просто думал об Эти. Она столько времени провела с зенитами. Только подумать. Создать человека и запереть его в комнате, чтобы потом использовать как какой-то инструмент. Элизабет Собек пожертвовала собой ради мира, и они при этом относились к Бетти как к рабыне. Еще один повод помешать им. Ну да. Как обучение? Каждый день узнаю что-то новое о нашем прошлом. Когда мы познакомились, ты спросила, думал ли я когда-нибудь, каким был мир во времена предтеч. Тогда я решил, что ты странная. Но все изменилось с тех пор, как я покинул объятия. Теперь я просто пытаюсь примирить все то, что я знал раньше, с тем, что я знаю сейчас. Меняться сложно, но со временем привыкаешь. Не верится, что мы столкнулись с теми самыми зенитами, что 1000 лет назад улетели на Сириус. Жить так долго — это против природы. Так и есть. Оружие, что мы нашли в укрытии Беты, сможем его применить против них? Сайленс лишил нас этой возможности. Почему он позволил зенитам тебя поймать, если он мог их убить? У Сайленса всегда есть причины. Мы их просто пока не знаем. Ты говорил о Расте, помнишь? Я думаю о нем. Часто. А где? Когда Аид понял, кто я, и послал затмение меня убить, Раст пожертвовал ради меня жизнью. Как будто 100 лет прошло. Так много всего случилось. То, чем я занимаюсь, думаю, он не смог бы понять и половины. Священная земля была его миром. И мне нельзя все время горевать о нем. Слишком многое на кону. Я понимаю.
Иногда я думаю о своей сестре. О том, кем бы она стала, если бы выжила на инициации. Это больно. И я заставляю себя забыть о ней. Но только на время, Элой. Нельзя забыть навсегда. Воспоминания возвращаются. Особенно самые важные. Я знаю. Но сейчас есть дела намного важнее. Это правда. Как тебе эта Тильда, о которой говорила Бетта? Из ее рассказов мне показалось, что эта Тильда что-то хотела от Бетты. Может, дело в том, что она клон Элизабет? Но вряд ли она получила то, что хотела. Если бы мы поняли, о чем речь, то смогли бы использовать это. Не знаю. Мне не кажется, что Тильда с Элизабет были подругами. Что ж, хотя бы можно порадоваться, что зениты не доверяют друг другу. Ну да. Ну, каждый о своей же выгоде думает. Мне пора идти. Если что... Да-да-да-да-да-да-да. Так, а где? Иди сюда. Так, я могу это забрать? Эй, алло, хочу забрать. Ну что вы такие? Элой, привет. Как идут дела? Хорошо, но Варл сказал, Бетте тяжело привыкнуть к жизни рядом с нами. Я бы хотела как-то помочь ей. Не уверена, что выйдет. Плоды зреют не сразу. Она должна почувствовать наше тепло. Ну, давай. А с Рандом вы тоже занимаетесь? Да, уж слишком часто хочется воткнуть в него. Да, наслышана. Прошу, скажи, что ты это несерьезно. Конечно, нет. Но пару ребер я бы ему сломала. Он назвал Утару листоедами. Высмеивал нас за то, что мы фермеры и не можем за себя постоять. Каким-то образом это переросло в бой в общем зале. Он медлительный, но может и молот метнуть. Да не волнуйся. У нас вышла ничья. Пока что. В следующий раз завалю его, как старого хряка. Не поубивайте друг друга. Я просто должна поставить его на место. Я могу как-то помочь вам здесь? М? Да нет, мы справляемся. Все хорошо? Вы с Варлом уже давно дружите? Ну да, давно. Скажи мне, что ты знаешь о его матери? Оу. Все так плохо. А что тебя интересует? Он рассказывал о сестре, Вале, но я заметила, что о матери он не вспоминает. Она военный вождь Нора. Лучший воин во всем племени. Грозная, как Громозев. Но иногда она бывала очень жесткой. Ясно. Нелегко ему пришлось. Спасибо, что сказала. Глупо, что я сама не спросила у Варла. Не переживай. Он боится, Сона нагонит на тебя страха. Пусть попробует. Нашла что-нибудь еще, копаясь в данных? Мы с Варлом изучали животных мира притеч. Судя по всему, раньше было во много раз больше видов, чем в наши дни. Представляешь? Все бы отдала, чтобы увидеть их. Хотя бы голограммы. Но без Артемиды или Аполлона это нелегко. Успокаивает лишь то, что Гея использовала их внешний вид, когда создавала машины. Они живы в ее памяти. Ну да. Что планируешь изучать? Пока не знаю. Я просила Гею предложить что-нибудь, и она прислала данные из какого-то музея. Как я поняла, предтечи хранили в них знания, и все могли ознакомиться с ними. Как ты сейчас предлагаешь нам? Может, однажды люди будут приходить сюда, чтобы чему-нибудь научиться? Тут будет тесно, но... Зениты издевались над Беттой. Но, кажется, Варлу она доверяет. Представь, она сказала ему, что все зениты бессмертны. Предтечи, которые вырвали себя из цикла рождения и увядания. Это же так самовлюбленно. Не отдавать земле свои тела. Не позволять новой жизни расцвести на их месте. Это же подло. Ну да. Есть такое. Есть такое. Так,
Где наш еще один друг? Я тут вообще не соображаю, где что находится. А, вот он. Ты не против поболтать? Конечно, нет. Да, ё-моё. Все еще болит? Боль приходит и уходит. Пытаюсь о ней не думать. Но сложно не заметить нехватку руки. Ну, скажи, что спасибо, что не правая. Да вряд ли я и пойму. Просто сочувствую. Тогда благодарю тебя. Надеюсь, ты не левша. Ты уже общался с Эрендом? Не подвернулось случая. Видел, он притащил сюда Эль с востока. Он у них горький, как бальзамник. Человек ко всему привыкает. Я был бы не против его отведать. Эрент будет не прочь поделиться. Ну а что, ну подружитесь с друзьями будете, чё вы? Наверное, странно смотреть на все через визор. Теперь я вижу машины с новых сторон. Их силы и слабости открываются моему взгляду. Эта крохотная штука — самое могучее оружие из всех, что у меня были. Как тебе наш лагерь? Наверное, привыкнуть непросто. Это хороший военный штаб, вполне пригодный для тренировок. Но тут не хватает красок. Это правда. Мне пора. Если нужна будет помощь, скажи. Хорошо. Спасибо. Блин, так вот приятно бегать, слушать. Если бы Хогвартс сразу тоже с русской озвучкой был, было бы прям вот настолько же приятно играть. Ты просто забываешь обо всем. Так, ой, как далеко нам. Ой, нам как далеко. Ну ладно, пошли. Типа, пойдем отсюда. Пойдем по основному. Пока что по основному, чтобы открыть все, что можно. Открыть летающих животных. Животных, роботов летающих себе открыть. Не-не-не, не камушек. Здорово! Да, погнали, дружище. Какой же ты классный, а. А ну стой. Заяц, кролик, стой. Не хочешь какой. Да я ж не на это. Успокойся. Так, подожди, куда мне? А, мне в другую сторону совсем, да? Ой, я не в ту сторону поехал. Можно эту вышку открыть, да? Посмотреть. Из мира притеч. А. Уже на самолет и какую-то железную конструкцию. Так, мне нужна типа гора, да? Или что? Мне откуда смотреть, как бы? Ну, вот это вот что-то похоже, да? Я просто, ну, не понимаю, куда, откуда смотреть. А, какая... А, ага. Кажется, там открывается вид на поле. Может, попробовать наложить его откуда-то с ближайших холмов? Вон туда? Ну, это, кстати, похоже. Ой. Кажется, я слишком низко для наложения. Блин, лосось. Поймать лосось. Лосось поймать. Рыбка. Рыбка. Не ловится. Так, слишком низко, а мне кажется, он оттуда.
Так, тихо, подожди. То есть это что-то вон на то похоже. Прям очень на то похоже, если так подумать. Оно просто так близко, что я не понимаю. Типа как? Я не понимаю, что это. Единственное, что-то похоже вон на ту фигню. Но здесь ты же не залезешь, да? Или залезешь? О, что-то вот такое, да, типа? Но это где-то недалеко должно быть, да? Так, холмы. Ну что, что-то, я, ну это, ну то слишком далеко, мне кажется, нет? Ну она прям похожа, если так подумать. Может, я слишком низко для наложения? Ладно. Ага, эта понял. Железная конструкция напоминает ту из образа. Я уже рядом с местом, где его запечатлели. Ага, вот он. Все, я понял, как теперь оно смотрится. Вот так. Вау. Роща памяти. Офигеть. Обзорная экскурсия. Ну, офигеть, тут самолетики были. Жесть. Ну, я вообще хотел бы вот так вот. Ага. То здесь где-то были самолеты, но их сейчас вообще нет. Тут вообще река теперь. Жесть. Просто жесть. О, вот это мы пропустили. Забираем. Поехали, друган. Да стой! Ты куда? Поехали. Все прекрасно, все хорошо. Так прям это захватил сюжет, что охота подряд прям играть. То есть когда ты типа вот эти вот топ квестики делал, еще как-то ну такое себе, а сюжет прям нормально. Ага, здравствуйте. Не-не-не, мы валим, мы даже не это, просто зона обитания лиходеев, я понял. Ай-яй-яй. Так, я понял. Да-да, поехали. Так, Кострик. Там кто у нас? Броникат. Грибнирок, ладно. Давай. Так, что у нас здесь? Что происходит? А, здорово, пацан. Твой клинок заслужил славу, странница. Ага. Так, что у тебя есть? А, ты спиральки продаешь, да? Ресурсики продаешь, молодец. Ладно, пока нет. Здорово, пацаны.
Чё какой-то дерзкий и резкий. Так, ладно. Огневолк. Хочу посмотреть. Ух, ё! Какой ты... Ага. Холод. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пацан, тихо. Меня заметили. Тихо. Отлично. Сейчас разберем его на запчасти. Тихо. Аккуратно. Я могу бить врага от его жару. Тихо. Ух, ёб. Верный театр. Так, рога отстрелим ему. Так, что-то отлетело, по-моему, да? Так, его же оружием беру. Тихо. Не надо меня бить. Так, что это? Сканирующее ухо огневолка. Ей. Значит, не зря отстреливал. Чуть тише. А где еще одно ухо? Я не понял. Я же еще одно отстреливал. Так, дружище. Тебе надо чинить? Да, тебе надо починить чуть-чуть. Прекрасно. Так, это что? Это ты выкопал мне уже, да? Молодец. Красавчик. Хороший мальчик. А вот ухо куда-то одно делось, я не понял. Но я его не вижу прям. Это оружие. Что? Огнеблеск. Ладно, пока не интересно. Так, это нам в какую сторону? Так, там у нас мамонты есть. А, давайте костер. Извиняюсь. Так, костер активировал. Хорошо. Я еду за Диметрой, чтобы, ну, было. Ой, промазал. Я что-то это задумался. Хорошо. Так, рога отстрелили. Все, отдыхаем. Это забираем. Вот это туда же. Это все пригодится. А что тут случилось? Тут кто-то страшнее есть, как она сказала. Там грузовой. Пойдет рок. Пока уберу в запас. Поехали. Ну да, на самом деле дымовые шашки против машин, ну. Тут пустыня. А серьезно? Пустыня, снег. Тропики, можно так сказать. Типа, это вообще жесть. Тут столько всего. Дозор скалы. Здравствуйте. Здравствуйте, ребятки. Ой, аж это прогружает, все подлагивает. А, это у нас все есть, да? Типа, хорошо. Я понял. Ну, пока я тогда ничего не буду. Да, конечно.
Так, улучшение одежды, улучшение оружия. Ой, могу вот этот высокоточный лук. Ой, хорош. А, это из зеленца. Хорошо, понял. Спиральку еще можно бахнуть. Окей. Так, а больше ничего, да? Обидно. Так, что тут, кто? А, ты готовишь еду. Ну, давай, наверное, да? Ага, нельзя. Понял, нету. Да, ну что, правда, что ли? Отвечаешь? Прям сам Хикару приходил к тебе за едой, да? О, отлично. Так, у тебя что есть? А, много ресурсов у тебя должно быть, да? Так, суслики и фикус. Блин, у меня денег сильно нету. Что такое? Что случилось? Я Икката. А ты Элой, да? Слышал, ты прогнала Регалу с Кульрута. Ты можешь помочь мне и деревне? Наш народ уже давно собирает детали с карабов и зубоскалов в лесу на западе. Но теперь там появились опасные машины. Точно есть загонщики. И ходят слухи, что не только они. Раньше я просил о помощи шерифа. Чекату. Если появлялся враг, но его убили у света пустоши. Просить некого, а местный гарнизон с ними не сладит. Что скажешь, поохотишься? Почему бы и нет? И она такая безотказная прям. Чекату всегда отвечал точно так же, один в один. Это хороший знак. Встретимся на краю леса к западу. Поохотимся. Буду рад компании. Ладно. Ну, давай. Ну, пошли. Уи-у-у. Красно. Как все, как хорошо летим. Себе спокойно. Неподалеку посылает сигнал. Где? Откуда? Когда? Еще для нашей. А. Видимо, о нем я слышала. Так, тихо. А где он? Да, блин, не та кнопка. Так, он где-то впереди, да? А, вон он. Ага. Ну, полетели. Так вот, что засек мой визор. Длина шеи. Мне говорили, что он здесь. Поселение долинников выглядит заброшенным. Угу. Если найду путь наверх, буду достаточно высоко, чтобы попасть на длину шеи. Ладно. Сейчас попробуем. А так не делается? Нет, да? Жалко. Ага, отлично. Спасибо, что подбросил. Теперь поищу место повыше. Так, это мы скинули. Хорошо, прекрасно. Угу. А, веревочная лестница, так. А повыше никак, да? Ну, по крайней мере, отсюда. Я так понял, ладно, в обратку пошли. А, ну, логично, да. Так, там обезьянка ходит. Я надеюсь, она одна. Но мне с ней сразиться по-любому надо. Так, вода. Попадание электрической стрелы заставит ее взорваться. Угу, обязательно так. Здесь ничего, да? Нужно быть осторожнее.
Охренеть, она акроб... Не... То есть она прыгала, прыгала, прыгала и такая: а, не, я не буду больше прыгать. Хорошо, что сбросил лестницу. Не подлагиваем. Но не надо миллион раз одних и тех же анимаций, но раздражает. Аккуратно. Подошел, нажал. Ага. А, без пробела. Она сама перепрыгивает. Хорошо. Здесь машины. Одна, не страшно. А, их две. Ну давайте с ними разберемся сначала. Что-то подстреливаем, я думаю. Чё бы нет, да? Да в смысле... Знал бы, сразу бы сделал. Ага, спасибо. Сейчас будет бабах. Ага. Не выпендривайся там. Ну ты падла. Так, один есть. Ага. Прекрасно. Тихо, тихо, живи. Теперь валим. Селение долинников выглядит заброшенным. Если найду путь наверх, буду достаточно попасть на длину шага. Ой, блин. Спасибо. Прям так чихнул. Так резко захотелось чихнуть. Прям ненавижу, когда резко чихать охота. Прям раздражает. Так, что у тебя есть? Забираем. Ой, блин, прям это. Ой. Хорошо. Так, подожди. Ась. Так, что там? А, пекаря. Пекаря лежит. Так, конечно, уже достаточно высоко, не? Типа, что тут еще есть? А, костер, окей. Вот и все, делов-то. Вот так. Пора перехватить взрыв. Все хорошо, почти закончила. Да, не бузи, дружище. Все, данные у меня. Т.
Так, ну и навыки получили, все получили. Так, карта открылась. А, еще котел. Охренеть. То есть, в принципе, в этот котел я могу идти, да? Здесь котла нету, получается. Сюда могу идти, да? Окей, а что это? Рядышком здесь. А, здесь за Диметрией, хорошо. Ну, квест по пути, поэтому просто идем. Ага, ага. Пасы. Ты так это не пугай меня. Ага, костер-то хоть активирован. Терпеть не могу ходить. Че это там? Че там было? Че кто? Где? Когда? Ах ты падла! Думает, я его не вижу. Ага. Она меня заметила. Даже не думай. Тихо, тихо, лечимся. Блин, у меня хпшки нету. Тихо. Так, падла, идешь сюда. Даже не думаю об этом. А, да это не страшно. А то, что не взял этот... Так, а я откуда свалился? Где-то здесь я сбрасывал лестницу. 100%, я говорю, где-то здесь была лестница. Вот она. И там наверху ящичек у нас остался. Кстати, надо стрелы наделать. Блин, так долго делаются. Кто рычит опять? А, вскрыть даже. Шипомет нашел, нифига себе. Так, а туда я никак, да? Ну да. Ладно, не страшно. Где ты, дружище? Поехали. Да, плохо, что без хпшки, без всего. Так. Деревья высотой с башней. Это лес стражи. Это Икар. Собирается на охоту. Угу, пойдем. Место, где мы обычно собираем детали, тут рядом. И опасные машины там. Идем со мной. Пошли. Веди меня. Я охочусь в этом лесу с самого детства. Во время войны кланов мы с Чикатой оборонялись тут от долинников. Ту битву, кстати, Хикара проиграл. Ты сказал, Чиката был шерифом? Да.
Когда Хикара заявил, что хочет объединить племя, он вызвался пойти на первый Кулерод. Мне было грустно, когда он покинул клан ради служения. Но он часто возвращался, и я всегда был ему рад. Ну да, друг, если... Чтобы перехватывать такие машины, вот они, надо искать новые машины. Купе. Слышал, ты сильнее их. Так что веди меня. Но осторожно, там могут быть еще. Поняла. Я даже не слышал его, я даже не понял, что он здесь есть. Понял. Можно попробовать электрическими. Тихо. Сюда идешь? Так. Так, ты кто? Загонщик электричества. Хорошо. Угу, понял. Уже охота еще не закончена. Так, электричество, поехали. Да. Ага, потерпи, называется. Я понял, сейчас. Сейчас все будет. Так, успокоился. Так, просканируй, подожди, а? Грёбаный. Но они мне не дадут нормально драться. Этот скараб грёбаный и все прочие. Ну, я же так и сказал, они же, блядь, мне не дадут. Откуда он взялся, кислотный закончик? Чё за бред? Ну что, за добычей? Угу. Эта машина огнеупорная. Не ори, дебил. Я работаю. Работаю по стелсу. Если ты не понял. Откуда он взялся? Его нету здесь. Так. Цепная пометили. Так, этот, ну понятно, кислотный. Откуда взялся еще один закончик? Так. Еще! Берегись! Я понял. Уже охота еще не закончена. Так, электричество, я понимать. Тихо. Не рыпаемся. Не рыпаемся. Куда ты, уродец? Блин, ну вот этого дебила мне вот прям, ну вообще тут, ну не надо было бы. Боеприпасы. Успокойся своими боеприпасами.
Тихо. Попал, хорошо. Натягивай быстрее тетиву. Никто тебе не нужен. Ты в порядке, Лой? Да. Сейчас. Давай. Я бью без промаха. С этой разобрали. Ух, ю. Так, лед. Значит, слухи не врали. Так, тихо. Так, отстрелить ему вот эту хрень. Куда ты? Даже не думай. Тихо. Так, куда ты делся? Тихо, не рыпаемся. Ой, хорошо, отстрелил. Блин, этот урод меня достанет. Мой клинок тебя зарубит! Ага, так. Так, это последняя хилка была. Возьми боеприпасы. Да успокойся со своими боеприпасами. Обойдешься. Так, мне сначала вот того надо. Мне нужна помощь! Вставай, 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 вставай. Ты вовремя, спасибо. Ух, едить какой ты резкий, дерзкий пацан. Отдыхаешь. Я ее крахнула. Отстреливаем детальки. Отстреливаем детальки, я говорю. Тихо. Не рыпаемся, дружочек. Тихо, тихо, тихо. Отстрелю сейчас. Живи, друг, живи. Живи как можешь. Куда пошел? А ну стой. Фух, прикольно. 33-й, так. Да ты... Ну что за падла, а? Вот тебе еще снаряды. Да мне и так нормально. Сейчас все будет так. Не ранен. Да вообще пофигу. Не умеешь сражаться, не лезь. Давай, а... Чем? Зачем? Ага. А почему на него кислота не действовала? Так, ты пока под кислотой. Ага. Она уязвима. Какой же уродец, а? Хорошо. Очухаешься, ничего страшного. Вот это была охота. Угу. Опять я все сам делаю. А, на крополях просто. Вообще на крополях! Ненавижу. Ненавижу на крополях. Так, что тут еще что-то валяется? Так. Еще что-то валяется, ё-моё. Так. А, вот тебя еще. Жесть. Фух.
это жестко было. Хорошо билась. Лучше любого шерифа. Че, правда? Даже лучше Чикаты. Правда? Вы были не просто друзья. Да. Когда он покидал деревню, я всегда переживал за него. А теперь его нет. Мне жаль, Ката. Он много для тебя значил. Нет-нет. Ты помогла всей нашей деревне и утешила душу старого солдата. Вот, возьми. Ты заслужила. Ты юна и сильна, тебя ждет много побед. Но ты можешь навестить меня. Вдруг захочешь на охоту. Вполне возможно. Окейшки. Нифига себе, он добренький. Так, что у нас там? О, 6 навыков, аж ни хрена себе. Вот это да. Так, поехали. Так, прицеливание. Ну это мы... Понятно. Так, давай вот здесь, наверное. Длительный перехват, да. Давайте здесь урон машин, да. Верховой лучник. Стихийный урон машины. Стихийный урон машины плюс-плюс. Нет, я, наверное, так, это что у нас? Нифига себе. Ну, прикольно, но нет. Давай верховой лучник тогда. Будем все потихонечку вкачивать, прокачивать. Так, нам надо... Да, вот туда. Вообще, я буду идти пешком, потому что мне надо собирать всякое говно. Ведь мне даже лечиться нечем. Мне нечем лечиться. Вот это вот обидно. Ага, обезьянки бегают. Одна? Если одна, я ее кокну. Проще всего победить ее водой. Нет, она не одна. Я пошел отсюда. Нет, даже не-не-не-не-не, пацаны. Не-не-не, даже не думайте, не хочу. Так, там загонщик. Огненный, охренеть. А, лес, ну, типа, деревья такие... Высокие, что типа не видно. Огненный зубоскал. Блин, я бы с ними разобрался, но мне так не до них сейчас. Блин, и костер так далеко просто. На, он вообще за. А, ну не за, а вот он. Ну давай вот сюда хотя бы попробуем. Типа поближе костерчик. Я не буду сейчас с ними заниматься, потому что времени на это нету. Я просто пойду дальше. Я стрелы вот сделаю. Так, вот эти вот стрелы сделаю. Я займусь ими попозже. Координаты Диметры, что дала Гея, уже близко. Да ну. Так, костерчик есть. Так, мы пойдем к Диметре. Хотя можем вот сюда сходить. А, пополнить, да, как раз вот пополним. Ресурсики, все такое. Там кто еще? Это кто? Огненный загонщик. Тихо. Пеликан. Ладно. Так, это я пополнить. Отлично. Теперь хотя бы не сдохнем, если вдруг что. Блин, ну их там два, я не хочу с ними сражаться. Неизвестное место какое-то. Че это?
А, ну это мы к Диметрию идем. Ладненько, здесь как раз сохранимся и продолжим в следующей серии. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлисты на паблик в описании под видео. Всем пока.